Все любят Формулу-1 за сенсационные победы гениальных гонщиков на слабых автомобилях, но они лишь подчеркивают главенство техники. Все же большие призы – это прежде всего соревнования инженеров и их машин, а потом уже пилотов. В связи с этим в терминологии F1 появился новый термин «самовоз», то есть болид с чрезвычайно высокими техническими характеристиками, выделяющими его среди остальных, что одновременно делает победу гонщика более легкой, а его вклад менее значительным. Поэтому зачастую этим словом также занижают достижения того или иного пилота. Но таковы особенности этого спорта. Команды тратят сотни миллионов долларов на разработку и доработку своих машин, а инженеры устраивают настоящее интеллектуальное сражение. Все ради того, чтобы к старту сезона создать болид, который будет быстрее и надежнее, чем у остальных. А если у тебя еще и топовый пилот, вообще песня, считай, кубок конструкторов уже в кармане. Поэтому я решил обратиться к ребятам из Top Racing. Мы вместе напрягли извилины, раскинули карты на всю многолетнюю историю выступлений в F1 и таки выделили лучшие болиды, среди которых мы сейчас с вами начнем поиски идеального самовоза в истории. Но прежде немного о наших друзьях Top Racing TV, медиапортале с прямыми эфирами Формулы-1 и профессиональной подачей. Удобный интерфейс и навигация сайта, плавная и четкая картинка высокого разрешения на любом устройстве, отличные комментаторы, архив записей всех прошедших этапов, адаптивный битрейт и удобное приложение для смартфона и ТВ-приставок на базе Android. Скачивай на планшет, ТВ-приставку и мобильный телефон. Еще никогда смотреть Формулу-1 в России не было так комфортно. И да, прямые эфиры на сайте доступны абсолютно бесплатно. Ссылка в описании. McLaren MP4-23 является ярчайшим представителем периода, когда найти в облике болида F1 хотя бы десяток прямых линий было проблематично, а количество мини-крылышек и прочих аэродинамических игрушек давно перевалило за разумные пределы. Был в его устройстве и уникальный читерский G-демпфер, гасящий вибрации и нежелательные колебания во время прохождения неровностей, что стабилизировало и улучшало уровень сцепления колес с трассой. Технически MP4-23 был действительно крайне продвинутым автомобилем. Его можно было нарезать словно хлеб и часами изучать влияние каждой небольшой детали на общую эффективность. За сезон 2008 MP4-23 выиграл 6 гонок из 18, что принесло Льюису его первый титул. Эффективность болида и его пилотов таким образом составила 33,3%. Это довольно много, но тем не менее, кубок конструкторов в том году ушел к другой машине. Ей была Ferrari F2008, выигравшая 8 гонок того же сезона и заработавшая таким образом коэффициент 44,5. Да, и такое тоже бывает. Ровно так же и выходила в 2006 году, когда завоевавшая чемпионский титул и кубок конструкторов Renault R26 в тандеме с Фернандо Алонсо в общей эффективности оказалась хуже, чем преследовавшая их по пятам Ferrari 248 F1, имеющая 50% результативность против 44,5 у Renault. Тогда не в пользу последней сыграл запрет читерского демпфера MAS и сменившийся подход Michelin к выбору покрышек. В итоге R26 стала терять по 0,3 на круге, но идеальный пилотаж Алонсо и надежность болида Рено выдержали натиск Шумахера, который тоже одержал, к слову, 7 побед. Интересно, что еще годом ранее, в 2005-м, McLaren MP4-20 тоже был куда эффективнее и, главное, быстрее чемпионского Рено R25. Победу в гонке машины из Уокинга одерживали с вероятностью 52,63% против 42,1% у французов. В целом, Макларены были быстрейшими в 14 из 19 гран-при, одержав всего 10 побед, но тотальные неудачи сделали свое дело. Два болида разделили между собой все гонки того сезона, кроме США, однако Рено оказалось надежнее на дистанции, выступая более стабильно и ровно, без единой неисправности по ходу сезона. Это помогало всегда приносить результат, пусть даже и не обязательно первое место.
Многие считают чемпионский Браун BGP-001 2009 года Дженсона Баттона чуть ли не самым громким самовозом за всю современную историю F1. Но на деле более уникальной является сама судьба Браун как коллектива, воскресшего словно феникс из пепла ушедшей из-за неудач, запрета табачных спонсоров и разразившегося финансового кризиса заводской Хонды. Но сама организация лучших представителей этого коллектива, а также новый технический регламент на 2009 год помогли произвести фурор, сродни которому не сыскать аналогов. За символический доллар команду выкупил гениальный инженер и бывший технический директор Honda Росс Браун. И им пришлось адаптировать готовящееся еще с начала 2008 года шасси к новым моторам Mercedes, ради покупки которых тому же Дженсону даже пришлось распрощаться со своими яхтами, особняками и суперкарами. И да, если тогда, например, Force India приобретала у Mercedes и моторы, и коробки передач, то Браун ограничивалась лишь первым. А далее самостоятельно занимались физической стыковкой шасси, двигателя и коробки, переделывали топливную систему и охлаждение, а также переначиняли электронику. То есть изменения вносили более чем существенные. Не менее серьезное внимание команда уделила конструкции переднего антикрыла и иным аэродинамическим элементам, философия которых тогда с сезона 2008 изменилась в корне. Но если еще глубже погружаться в детали, то причиной громкого успеха Браун стала гениальная инженерная инновация, которая филигранно обходила новый регламент. Один из бывших инженеров Хонды нашел в нем брешь, и команда использовала это в полной мере. Все, наверное, слышали про двойной диффузор Браун. Если нет, то я детально рассказывал о нем в ролике про читерские болиды F1, ссылка на который в подсказке и описании. Браун BGP-001 был непобедим в начале сезона. Баттон выиграл 6 из 7 первых гонок, а в последних 10 уже Рубенс Баррикелло поднажал и одержал победу еще в двух. Потеря же преимущества была обусловлена тем, что и остальные участники ко второй половине сезона подготовили и свои варианты читерских диффузоров. Браун уже в ответ уже было практически нечего противопоставить, в силу куда более скромного финансирования и возможностей. Ну а больше всего заставил понервничать Red Bull со своим RB5, который, начиная с Сильверстоуна, вышел на первые роли. Они тоже тогда выкатили свой двойной диффузор, который стал отличным дополнением к единственной в пилотоне тяговой подвеске и многим другим гениальным аэродинамическим решениям бога воздуха F1 Эдриана Ньюи. Red Bull смог отобрать у Брауна 6 побед. Но все-таки его эффективность оказалась на уровне 35,3%, в то время как Браун – 47%. По ходу сезона Браун GP оформляли дубль 3 раза, а запаса, созданного на старте, хватило и для звания чемпиона мира, и для завоевания Кубка конструкторов. А на следующий год сам Росс Браун продал команду концерну Daimler, после чего эта конюшня из Брекли стала заводской для Мерседеса. Но это уже совсем другая история. И все же, Браун сложно назвать самым эффективным самовозом даже в современной истории. Поэтому и точку зрения, что Баттон стал чемпионом лишь благодаря способностям машины, я не разделяю. Да, несомненно, болид хорош, но его вклад в общий успех был сравним с Бенетон 1994 года, на котором молодой Шуме выиграл свой первый чемпионский титул. Главным козырем болида опять-таки были надежность и стабильность. Особенно на фоне проблем с таковой у главных конкурентов из Williams. Прибавьте к этому парочку читерских технологий на грани нарушения технического регламента или даже за ними, и вуаля. B194 был легким и маневренным автомобилем, который хорошо управлялся и стал грозным оружием в руках Шумахера. Тогда, еще с первых гонок сезона, у трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны закрались подозрения по поводу использования Михаэлем попавшего под запрет в том году трекшн-контроля. Немец имел подозрительно идеальный старт, что очень важно в гонках. Напомню, трекшн-контроль — это система, помогающая подбирать оптимальные обороты для максимального сцепления колес с трассой. Однако, при детальных проверках доказательств использования этой технологии так и не нашли. Уже в третьей гонке сезона, в стремлении не отставать от чрезвычайно быстрого Шумахера на Бенеттоне, Айртон Сенна разбивается об бетонную стену. По словам создателя болида Williams Эдриана Ньюи, трехкратный чемпион чрезмерно рисковал, выдавливая все из своего болида, которому, как он сам не раз заявлял, у него нет доверия. И это оказалось чистой правдой.
Но как бы то ни было, свой первый титул Шумахер взял с умопомрачительной процентовкой побед. Михаэль укатывал всех, порой привозя конкурентам целый круг. В Монако он уехал от второго места на 38 секунд, в Сан-Марино – на 55. Остановила победную серию только поломка коробки передач в Испании, но даже на поврежденной машине Шумахер финишировал вторым. Впрочем, и сам Бенетон помогал как мог. Например, они игнорировали использование топливных фильтров на дозаправках, что дарило их гонщикам по полсекунды. Но позже это вскрылось из-за ошибки, приведшей к пожару Йоса Ферстаппена, отца того самого Супермакса. Были и протесты по поводу нелегальности днища, обеспечивающего больше, чем у остальных, уровень прижимной силы. Но Бенеттону все сходило с рук. Впрочем, какими бы аргументированными ни были подозрения, практически все конкуренты сходились и во мнении, что Михаэль ворвался в число лучших, прежде всего благодаря именно своему таланту. Он досконально освоил способ работы с газом и тормозом в поворотах, таким образом своими ногами имитируя работу трекшн-контроля, в использовании которого был так уверен Сенна. Так что, возможно, Бенеттон B194, самого с совершенно не того уровня, каким его привыкли считать, хоть и обеспечивал Михаэлю победу с вероятностью 50%. И стоит подметить одному Михаэлю. Другие гонщики даже близко не могли повторить его результатов на таком же болиде. Это подтвердил следующий год. Бенеттон руками легендарного конструктора Росса Брауна, привет GP001, и его не менее известного коллеги Рори Бирна вновь разрабатывают чемпионский болид. Новый двигатель Рено, никуда не девшийся талант Михаэля. Подозрений в использовании тракшн-контроля уже не возникало. И даже несмотря на то, что Шуми на протяжении всего сезона критиковал B195, который был не слишком удобен в управлении, он позволил немцу уверенно выиграть чемпионат, опередив Дэймона Хилла из Уильямс аж на 33 очка. По тем временам довольно внушительный отрыв. Шумахер одержал 9 побед в 17 гонках, умудрялся привозить соперникам по 6 десятых в квалификациях и по свыше 30 секунд в каждой гонке. Его партнер по Бенеттону Джонни Херберт тоже добыл 2 виктории и помог команде отобрать у Уильямса еще и кубок конструкторов. Эффективность B195 – 64,71%. Но не стоит забывать, что в этих цифрах заключен также и талант Михаэля. Как-то Фрэнк Уильямс сказал: «Наши болиды делают пилотов чемпионами». И с этим утверждением сложно поспорить, потому как рассказывать о самовозах F1 и не упомянуть болиды этой конюшни было бы настоящим кощунством. Первые успехи пришли еще в сезонах 80 и 81, но повальное доминирование началось в 86 и 87, когда болиды FW11 и FW11B выиграли по 9 из 16 гонок своего сезона, показав таким образом 56,25% эффективности. Причинами успеха стали более продвинутая, чем у конкурентов, аэродинамика и непревзойденные турбомоторы Honda, бывшие не просто мощными, а еще и экономичными. Однако весной 1986-го в серьезную аварию попадает Фрэнк Уильямс. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. В его отсутствие командой руководил технический директор Патрик Хэт, и в это время пилоты команды Найджел Менсел и Нельсон Пике настолько ввязались во внутрикомандную борьбу, что прогавили чемпионский титул Алену Просту, не на таком быстром, зато на более надежном Макларен MP4 2C. Ну а ложкой меда стал кубок конструкторов, выигранный еще за 2 этапа до финиша чемпионата. Но уже через год доработанный FW11B уже без труда собрал все титулы. Кстати, именно на нем в середине сезона впервые появилось умное устройство, впоследствии названное активной подвеской, а еще позже признанное читерским. Правда, оно было только на болиде Пике, Менсел не сильно доверял ему из-за своей старой закалки. Кстати, в те годы еще был забавный случай, хорошо описывающий консерватизм Менсела. Как-то коллектив Уильямса никак не мог понять, как у Найджела получается проходить шикану в Монце со скоростью на 10-20 км в час, превышающей Нельсона Пике, и быстрее у того никак не выходило.
Тогда Патрик Хэт напрямую спросил у Найджа, что он делает для этого, а тот ответил: «Я не знаю, я просто вцепился в руль и ехал прямо». Как бы то ни было, через несколько лет именно активная подвеска привела команду к новым успехам. Встречайте, Williams FW14B. По праву лучший самого с команды за все время и одновременно одна из самых сложных в техническом плане машин Формулы-1 в истории. В начале 90-х в F1 наблюдался рассвет гоночной электроники, но лучше всего ABS, Traction Control, активная подвеска и другие подобные системы работали именно на Williams'е. Кстати, 14B построили совместными усилиями технический директор Патрик Хэт и Эдриан Ньюи. Хэт отвечал за полуавтоматическую трансмиссию и Traction Control, а Ньюи оттачивал дизайн и аэродинамику. Кроме того, автомобиль был оснащен 10-цилиндровым двигателем Renault, который сместил с моторного трона агрегат Honda. Поэтому в руках Найджела Мэнселла была действительно потрясающая техника. Неудивительно, что англичанин, порой превозивший соперникам в квалификациях по несколько секунд, легко выиграл и весь чемпионат. Хотя недоверие к активной подвеске у него никуда не делось, с этим пришлось мириться. К тому же, неожиданно, у Найджела проявился скрытый талант. Дело в том, что у FW14B не было усилителя руля, и поскольку машина имела много прижимной силы, нагрузки были очень велики, а за счет работы активной подвески поведение болида отличалось от обычного, давая гонщику порой противоречивые сигналы. Но Найдж имел очень крепкое тело и мускулатуру, так что мог справляться с нагрузками. Одновременно он научился игнорировать ложную информацию от FW14B. Пока активная подвеска сама что-то там подстраивала, он просто давил педаль в пол, вцепившись в руль, когда другие бросали газ и ловили машину. Гений Ньюи не подвел. Машина оказалась идеальной для Мэнселла. И он полностью смог реализовать ее потенциал. Ведь поддерживая скорость, он сохранял и прижимную силу в повороте. На слепой вере и бесстрашие гонщик выиграл 9 гонок из 16, а Рикардо Патреза добавил еще одну победу. Добавить к этому 15 поулов в 16 гонках и 11 быстрых кругов, 9 вторых мест и 2 третьих, и становится ясно, почему многими специалистами FW14B признается лучшим гоночным автомобилем Формулы-1 команды Williams за всю историю, и одним из лучших болидов F1 как 90-х годов, так и вообще за всю историю, хотя и эффективность побед составила 62,5%. Даже среди Вильямсов был болид с еще лучшим отношением. Нет, это не умаляет достоинств FW14B, тем не менее, обстоятельства в каждом сезоне всегда складываются по-разному. Конкуренты тоже всегда едут по-разному, а от этого напрямую и зависит наш процент. Переносимся в 1996. Михаэль Шумахер пытается привести в чувство Феррари, а Бенетон Флавио Бриаторе напротив начинает спуск с автогоночного Олимпа. В это время Эдриан Ньюи и Патрик Хэт продолжили развивать идеи, заложенные в очень неплохом болиде Вильямса 95 года. Снижен центр тяжести. Ньюи разработал идеальный аэродинамический пакет, а двигатель Renault RS8 Williams не имеет аналогов. В результате на свет появилась машина FW18, надежная словно танк и быстрая как ракета. Плюс трудности соперника в том году принесли свои плоды, а стабильность Williams FW18 помогла их собрать. Машина легко поддавалась изменениям в настройках и подходила для любых трасс. В 16 гонках Дэймон Хилл и Жак Вильнёв выиграли 12, принесли 7 вторых мест и 12 поулов. Это помогло выиграть все титулы с невероятной эффективностью побед 75%. Хотел бы я уместить все наши поиски лучшего самовоза в истории F1 в одном видео, но тогда оно получилось бы слишком длинным или же напротив сухим и скудным на факты, и не несло бы такой смысловой нагрузки. Поэтому предлагаю продолжить в следующем ролике, который обещает быть еще более насыщенным и интересным. Ведь, наверное, многие из вас уже смекнули, какие болиды я упустил из виду, и, возможно, напишите мне о них в комментариях. Вдруг я о них забыл. Спасибо, что были со мной до этой минуты. Напоминаю о топ-рейсинг, перейдя по ссылке, на которой вы сможете наслаждаться в прямом эфире событиями мира Формулы-1. Даю гарантию, что после запрета транслирования в России лучшей подачи и качества о событиях в мире F1 вы не найдете.
И до встречи во второй части лучших болидов в истории.